Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, мы продолжаем. Это самая жесткая, самая суровая выживалка на Android и iOS. Не побоюсь этого слова, Grim Soul. Почему не выходили так долго ролики, я думаю, ты в курсе. Если нет, не было у меня доступа к интернету, да? Вот так вот банально просто, без шуток. Поэтому не выходили ролики на канале. Но теперь мы, значит, во всеоружии, да, и мы погнали. И мы погнали, конечно. Так, ботиночки давай скинем вот так, да. Это север, это фантастический север, а не просто север. Почему? Ну, потому что он нам с тобой нужен. Он нам с тобой нужен, он нам с тобой важен, да. Он развивает твоего персонажа, он прокачивает твоего персонажа. Поэтому мы бомбим север в ожидании подземелья истязателей. Красиво бомбим, как? Попытаемся. Слушай, я прям соскучился, серьезно. Ну ты представляешь? Ну, я думаю, ты в курсе, да, событий на канале. Вот. Ну и в общем, вот-вот-вот-вот, только-только все, значит, починилось. Это просто ужас какой-то. 7 видов мастеров, значит, у меня было. Просто, понимаешь, вот просто все вместе и все-таки починили. Молодцы, молодцы. Так, стоять. Мужчины разноволновался, я смотрю, прям блинчики, снежок, Grim Soul родной, елки-палки. Как же давно я его не видел, а? Ужас. Сейчас расплачусь. Вагабонд Вэриор. Представляешь? Есть просто воин, а это Вагабонд Вэриор. Ужас какой. Ну ладно, речь не пойдет не о нем. Конечно, конечно, мы едем с тобой в березовый наш лесочек. Вот эти вот подосиновики, подберезовики, да, вот эти грибочки, вот эта вся шляпа. Ой, такое родное. Ну и, конечно, самое главное. Слушаем и внимаем. Батл. Так, красиво вот этого тащим. Обожаю вот этот скилл, он такой простой, такой, овес есть, а если найду, оу, ничего себе, что за гопотека, ужас какой. В карманы, да, выворачиваю, а если найду. Ой, как рассосались-то все эти штуки, да? Рыцари и всякая шляпа, беспредел. Блин, есть резон вот так его бить? Ну как бы есть резон, мужчина-то солидный, мужчина-то серьезный, да? Вообще, чем хорош север для игроков 100 плюс левела? Вот чем? Всем! Всем, блин! Тут дают скиллы, тут дают книжки, тут прислужники, значит, тусуются. Причем, я уже тебе говорил, не обязательно бомбить 5 черепов. 4 черепа тоже нормально. Ну, единственное, я чуть-чуть неправильно, да? Чтобы прислужников бомбить, ты ничего кроме них не должен больше бомбить. Чисто только их. Ай ты, блин. Ты видел, сколько там лучников? Сам в шоке. Чё за, блин, толпень, а? Придется, короче, вот отсюда разруливать. Нас с тобой интересуют дабл-ящики, да? И по домам. Типа того. Ну, во всяком случае, попробуем. То есть берем красиво ящички и сваливаем отсюда. Это сделаем вот так красиво. Что там идет? Ничего себе! Ничего себе, мужчина идет. Оу! Иди сюда. Просто Evil 3 икса. Есть просто вот зло. А это трехиксовое зло. Вообще, да? Я когда таких встречаю, мне прям страшно. Тише, тише, друг. Я уж и забыл, какой ты у нас мужчина серьезный. Сразу видно, скилл потерян, да? Хьюстон, у нас проблемы, скилл потерян. Нифига себе, я чуть не откиснул. Слушай, ну я испугался. Не, ну не то, что чуть не... Ну я испугался, да. Это страшненько. Такие уроны. О, красава мужчина. Вот этот парень мне вообще прям по душе. Он прям красавчик. Он прям вообще нагибает. А, судя по всему, нет никаких прислужников. Слушай, ты можешь, конечно, минимум тут делать, да? И это будет правильно. А можешь делать не минимум, и это тоже будет правильно. То есть по максималочке загружаться прям с этой одной локации нафиг по домам. Реально, тут есть что лутать. Тут прям полностью все надо бомбить. Блински.
Мужчинки, ну вы почему такие все дикие? Слушай, давай, короче, ртом вперед, все мне надоело. Ну как бы да, да, да. Че, лучник за нами идет? Ой, а там еще кто-то идет, видел? Еще какой-то мужчина интересный. Кито? О, друзья, блинские, все к столу. Че, распродажа мяса, что ли? Блин, не-не-не, друзья. Я лучше грибочек возьму. И еще. Вы как бы такие все равно не кушаете, а я это наше родное. Ах. Сейчас вот прям вот понимаешь, вот сверну гримсол, пойду, блин, в лес и могильные грибы буду собирать. А, наши родные, на сковородочку, да с лучком. Эх, хорошо, блинчики. Да, я радуюсь всему, я радуюсь гримсолу, потому что мне так долго, значит, у меня не было к нему доступа. Оу, мужчина. А, ну да, у меня же... Оп, броня откисла, да? У меня же. Тут даже вот этот парень может нагнуть, да? Тут вообще все могут нагнуть. В этом прелесть этого заведения. Слушай, что это такое? А, это опять ты. Вот, вот это тоже здесь очень важно. Мне часто говорят, нафиг ты воду собираешь? Это же север. Чё себе, а где мне воду брать? У меня дома водокачки нету вообще. Я как бы вот так вот достаю воду. Из фляжек. Гриб-паутинничек. Здравствуйте, мужчина. Как они часто сюда все-таки приходят, да? О, это ж тот самый, да. Папа Сарумян. О, безобразие, мужчина. Как вас сюда занесло? Так, давай, балаболим, но не забалабаливаемся, да? Есть такое слово? Теперь будет. Не забалабаливаемся. Почему? Ну, потому что как бы тут нагибанту смогут сделать в любой момент. Вот это нам надо все использовать. Все разбомбленное. Че такие? Ой, блин, ну ты смотри, ты почему такой проклятый-то, а? Ты почему такой большой, блин? Я уже отвык, какие они тут все огромные, эти мужчины. Да, они такие все солидные, короче. Не как бомжи, да? Как нормальные парни выглядят. Чик-чик-чик-чик. Вот это себе оставь. Короче, берем ящики, да? Да походу по домам-то не будет, да? Не дадут нам это, ящики и по домам. Так, там много риц. Опять кто-то идет. Опять какой-то бомж идет. Слушай, если ты, конечно, совсем крутой, да, то ты быстрый будешь. То есть резкий, как понос, живодристик, да. Пришел, увидел, победил. Все забрал самое ценное, то есть ящики и мужчин, если они сражаются. И по домам, все. Но у меня как-то резко пока не выходит. У нас есть фантастическое зелье, да. Дергунчик называется. Ну, в смысле, зелье скрытности. То же самое. Так, блин. Вот так вот, давай. Красиво, да? Слушай, мне нравится вот этот меч. Хорошо идет. Чик, чик, да? Красиво, да? Вот прям в аккурат. Чик и голова, значит. Хорошо, хорошо. Так, вот это давай кушаем. Ой, дождик прошел и снег пошел. Фантастика. День жестянщика начинается, блин. Хыдыщ. Тик-чик, чик. Чик, пока не прет, да. Могли уже книжки, да. Так, мужчина, к вам бесполезно. Если ты прокачаешь бога, да, там определенного, тогда красиво можешь со спиняки подкрадываться к этому бомжу. Че, все, походу, все ящики, да? Считаем прям поштучно этих ящиков. Дальше что мы делаем? Перезагружаем локацию. Да, это дорогое удовольствие, вот. В плане корма, но если так вдуматься, не такое уж сильное и дорогое. Так, опять какой-то бомж. Здравствуй, бомж. Ну нет, мужчина, вернитесь в будку. Блин, друг, на позицию. Как, блин, фу, я не знаю как. О, ничего себе, зажимают. Смотри, как красиво. Я просто проверяю сразу, да, что здесь вообще. Чё здесь? Чем здесь кормят? Ничем. Фигня полная. В общем, если ты тоже соскучился по гримсолу, конечно, оцени ролик лайком, ну и скажи мне, как по качеству, друзья. Просто если вы не в курсе, при отрубании интернета, в общем, мне пришлось полностью всю систему менять, перезаливать. Это была долгая неделя, я тебе так скажу. Делал я это не один раз, я делал очень много перезаливок, это вообще жесть, меня прям
Windows. Понимаешь, да? Это страшно. Это страшно, блин. Чё страшно? Всё страшно. От одного слова меня в дрожь бросает. Ужас какой. В общем, оцените, скажите, как кадр, как картинка, как вам вообще вот это все безобразие, происходящее, значит, на мониторе. Ну, блин, слушай, ну все, по факту, да, нам уже отсюда сваливать. Но здесь же березки, здесь же не березки. Ой, хороший мужчина. Откиснут они вот только в путь. Оп, мясо кушает, да? Красавчик, я же говорю, красавчик. Ну, то есть он не ест всякую траву там, да? Он, блин, я мужчина, дай мне мясо. Ну, как бы все как положено. Чик, чик. Вот эти штучки скопились, да? Надо бинтики сделать. Так, походу все, да? Походу все. Да! О, мужчина подтверждает. Молодец, чумной, блинчики, негодяй. Да, говорит. Я прям услышал, да. Да он да сказал же, да? Вот так вот, кстати, можно откиснуть. Как? Ну ты видел вот это действие? Очень долго. Я, значит, взял, удалил, перекинул. Короче, в этот момент просто вот подбегает вот такой красавчик, да? Или мужчина в блестящих доспехах и нагибает. Я хотел показать тебе склеп, но... Опять же, повторюсь, меня дважды у меня падал интернет, и внезапно все упало, и, короче, потерял я склеп, я хотел склеп бомбануть. Тот самый склеп, да, который был у нас на трансляции на прошлой. Это трансляция, и после нее как бы перестал выходить Гримсол. Друзья, просто не выходили ролики на канале, просто. А то, что выходило, было заранее записано, вот. Но если ты хочешь видеть все-таки чаще грим, конечно, оцени ролик лайком. Но если он тебе не понравится, тогда не оценивай лайком. Но я за тобой наблюдаю, блинчики. Так, ну что, все, да? Мне кажется, все красиво. Так, ой, блин, вот эти вот кольца, не представляешь, на них идет хороший обмен. Но их надо аж 8. Подробные все обмены ты можешь всегда посмотреть в паблике ВКонтакте Печка ТВ, ну и, конечно, в Дискорде Печка ТВ. Все есть в скриншотах уже давно. Давай я без тебя сейчас вот эту вот тягомотину сделаю. Это неинтересно, да? Я сейчас просто буду перекрафчивать бинты, соответственно, собирать грибочки могильные, они нам нужны, они нам важны, да? Ну и рубить березу. Береза, она вообще фантастическая, она очень хорошо горит. Ну, как бы по факту она типа плохо горит, но долго. Короче, долго горит. Так, все, бинтики можно делать, да? Здесь на севере еще достаточно хорошо мандрагора попадается. Потому что север просто крут. Так, ладно, поехали. Я долго могу нахваливать наш север любимый. Оп, блинский грибочек стырить не смог. А теперь часть, которая мне очень сильно нравится. Я вот сделал уже косяк, когда пришел сюда. Знаешь какой? Да нет, в принципе, я могу его исправить, да? Отсюда еще очень хорошо можно медную руду собирать. И ты скажешь, да нафиг она нужна? Не-не-не. Мы с тобой плюсы этой северной локации уже разбирали. Здесь плюсов огромное множество. Это вообще просто, я не знаю, фантастическое место. Реально фантастическое. Здесь не только ты березу собираешь, да? Медь, да та же древесина, могильные грибы, куча ткани. Хочешь перекрафчивать, значит, в бинты, как я это делаю. Хочешь, копи конкретно ткань. То есть место вообще фантастическое. Минус здесь только один. Тебе требуется овес коника. Это серьезный минус. Медные руды здесь порядка 60-80 вытаскиваешь. Хотя это, по идее, деревянная локация. Это такая фишка, потому что, ну, место крутое. Просто, блинчики, крутое. Так, так, так. Грибочки, грибочки. 18 уже собрали. Я думаю, все, надо сваливать. Да, здесь есть еще грибы, но это дичь. Я сейчас начну такие паровозы нацеплять. Мясо, да, также. Стак красиво можно брать отсюда. Мясо, кожа. В общем, блин, легче перечислить ресурсы, которых здесь нету. Здесь, в принципе, есть все. 24 корма тебе будет стоить перезагрузка. Но по факту, конечно, если по выгоде корма говорить, то надо
надо зачищать локации. Ну вот, к примеру, железные холмы, да, я могу сбегать, бомбануть ящики, и если будет прислужник. Давай попробуем. Настройки я поставил не ультра, чтобы... О, смотри, просветитель! Класс, да? Я еще такой не видел. Так, слушай, как слышно бой? Его хорошо слышно, но надо зайти с нужной стороны. То есть, если ты зашел с той стороны, где они сражаются, ты услышишь. О, смотри, еще и лютоволк, блин. Что-то стою, да, торможу, блин. Нет, тормозить не надо, смотри. Ну, отлично, да? Все-таки спасем сейчас пацана нашего. Сейчас я еще цепану двух бомжей, когда второго буду бить. Их по-хорошему можно и не таким крутым оружием бить, да? Но-но-но. Здесь настойку мандрагора, да? Лишним не будет. Юзаешь ее и бомбишь. Там он сейчас, смотри, два бомжа подрубятся. Вот так вот. Умри, негодяй. Вау. Не два, блин. Гораздо больше. Давай, мужчина, быстрей. Быстрей, мужчина. Вот так, хорошо. Хорошо. Могло быть и лучше. Давай, помогаем. Дружище, мы его накажем. Это самое главное, зачем ты приходишь на север. Вот просто без Б. Ну потому что потому. Кстати, есть еще один вариант, да? Ты можешь включить авто. Вот смотри, я нажал сейчас авто, да? И спокойно что-то делать, там переключать, включать, да? С запасом. Ой, ну я всегда рад, когда я, значит, делаю эту тему, потому что, ну потому. 4 черепа. Обрати внимание, 4 черепа. Не обязательно укакиваться на этих 5 черепах. Ну, 5 черепов, да, они намного сложнее. Ну, чё говорить? О, вот оно, то самое зелье, о котором я говорил. Зелье невидимости. Все, теперь забираем ящички, да, и по домам. Через 4 черепа реально бомбанешь всех богов. Просто бегаешь и готово. Теперь, конечно, забрать ящики надо красиво, блин. Так, а что у нас по оружию? Оу, а у нас по оружию красиво не выйдет. Оп. Так, это как бы оружие, но нет. Ой, блин, ну. Не, ну как-то, что нет-то? Да, конечно, если ты бомбишь прислужников, тогда вепона бери прям, ну, в запасик, да, хороший. Не надо там с двумя оружиями. Я взял как на одну зачистку. Но я как бы знал заранее, что у меня есть купленный фантастический вот такой вот искусство выживания набор. Я их не так часто беру, но беру. Хороший прям набор. Скиметр, алебарда и 20 горькой настойки. Что дает этот набор. Немало он, конечно, стоит, но. Не успел бомж. Мустина не успел. Друг, ты давай только без приключений. Мне как бы моего лютоволчонка взять и все, и уйти. Хил тоже, да, как бы, ну ты понял. Он тоже не бесконечный. Вот еще один такой же. Негодяй вообще, мужчина. Ну как таким быть-то? Вот так. Оу! Тело оголили, ёлыпа. Я когда тело оголяю, мне прям страшно становится. Ну, то есть, ничего себе, мышцы свои показываем тут, да? Да тише ты, мне самому страшно. Блин. И прям в туловище мое. Еще, конечно, блин, Больно, ё-моё, стрелу-то в тело мое. Вот так, хорошо. Миша, это хорошо тоже. Наша задача, короче, как можно быстрее все взять. Находил ли я тут синих волков? Находил и не раз. А вот покруче нет, не находил еще ни разу. Теперь быстро надо отсюда свалить. Короб у нас один, да? Так, давай мы туловище свое хоть как-то защитим. Вон рубашонка, да? Рубашонка, распашонка. Делай хоть какую-то броню, потому что совсем без брони вообще не вариант. Накажут, вон что-то бежит. Здравствуйте. Ну, как бы близко было, да? А почему? А потому что распашонка, да, она как бы не фантастически защищает. Фу, блин, переведем дух.
Ничего себе, ребята! Давай быстрее уже забираем все и валим. А то мы тут сейчас откиснем. Так, где лечение? Давай, 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 давай! Дружище, давай! Быстрее! Надо отсюда все. Ноги делай. О-хо-хо! Понял что? Ну вот скажи, что вознаграждается. Ну не то чтобы риск. Иммунитет, блин. Иммунитет, не побоюсь этого слова. От чего иммунитет-то? Где он? От ядика. От ядика иммунитет. Так, мы еще не взяли тут два целых ящика. Что с этим делать, я не знаю. И хочется и колется, да? Я не дам тебе умереть. А что делаем? Даже не знаю, что делать. Блин, если лучники всякие. Это регенерация, ты представляешь? Фантастика, блин. Дуракам везет. Вот это кто? Да ты, блин, ты серьезно? Ну давай попробуем. Почему попробуем? Вот сейчас резко надо, да? За одну хилочку. Вот этого еще наказать. Ты знаешь, что значит обосрин? Я сейчас узнал. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Что-то было? Что-то было вообще? Ёлки-палки, что было? Броня слетела молниеносно. Броня слетела в одну секунду, все слетело. Какой идиотизм. Бывает такое? Ты видел, такое бывает. Дичь, блин. Я не хочу больше судьбу дергать за интересные места, потому что она мне, в принципе, сейчас уже сказала. Мужчина, вы дерзите. Ха-ха-ха. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал. Видос выходит каждый день. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать. Регулярно играем в Grim Soul. Мы не играем каждый день в гриму, но играем регулярно. Вот. Ну а ролики сейчас по-любому будут выходить чаще. Просто-просто не было интернета. Ну и, конечно, оцени ролик луксом. Пока-пока. Блинчики, ты мне не нужен, уйди. Фу-фу-фу, киса, блин.